Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Болезина. Здравствуйте. В ближайшие 3 года регион будет сокращать свои расходы. Это предполагает проект бюджета на 2018 год и на последующие 2 года. Его на неделе рассмотрит региональное заксобрание. В следующем году впервые бюджет должен стать профицитным. Доходы должны превысить расходы на 800 миллионов рублей. По словам спикера УЗС Владимира Быкова, это сумма, которую регион сэкономит в следующем году на обслуживание своих кредитов. В 2019-м профицит составит примерно такую же сумму, в 2020-м – 1,5 миллиарда рублей. При этом расходы области будут сокращаться. Если в 2018 и 2019 годах их размер составит 46 миллиардов 700 миллионов, то в 2020 году они будут меньше на 0,5 миллиарда. Программа «Экономика». Васильев посоветовал бизнесу отвыкать от замутов. Губернатор в интервью «Комсомольской правде» рассказал о том, что для бизнеса в регионе будут сформированы четкие и понятные правила. Он прокомментировал жалобу одного из кировских предпринимателей на то, что теперь налоговая проявляет интерес к предприятию, если оно хотя бы на месяц задержало выплаты по налогам. На вопрос о том, как будет строиться теперь работа с бизнесом, Васильев заявил, что условия будут равные для всех инвесторов, и посоветовал отвыкать от замутов, пояснив, что недаром бизнесмены рвутся в Лондон, а не в Нигерию. Экономика на 101 FM. Далее информация от наших партнеров. Если вы задумывались, что расходы на бухгалтерию несопоставимы с пользой, которую она приносит бизнесу, если хотите быть застрахованы от ошибок, за которые может последовать ответственность перед государством, вам поможет проект «Эффективная бухгалтерия». Его представляет компания «Бухгалтер и я». Для оценки работы бухгалтерии предприятий, по словам руководителя компании Татьяны Максимчук, там создан специальный отдел. Изучив работу вашей бухгалтерии, мы предложим, как избежать ошибок и рутинных операций, выполняемых вручную. Четко распределим бухгалтерские участки и работу бухгалтеров. Упростим сложные процедуры и форматы составления документов и отчетов. Повысим уровень автоматизации работы бухгалтерии. В результате вы получаете оперативную и достоверную информацию из бухгалтерского учета. Процесс коммуникации с бухгалтерской службой становится намного проще и комфортнее в первую очередь для вас. Подробнее о постановке эффективной бухгалтерии на предприятии можно узнать по телефону 24 70 79. Компания «Бухгалтер и я». Опыт профессионалов для вашего бизнеса. И в завершение о валютах. Доллар сегодня 57.59, евро 67.69. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.